Всем привет! Это «Погнали шоу». Меня зовут Дмитрий Масленников, и мы ведем свой специальный репортаж с Монстер Мани. Привет, Олимпийский! Монстер Мани? Ой, это фигня будет. Вообще неинтересно. Полный тухляк, 100%. Вы когда-нибудь слышали о монстрах? Нет, я имею в виду настоящих монстров. Если нет, то это ежегодное событие специально для вас. Monster Truck — это огромный внедорожник, вес которого превышает 4 тонны. В руках мастера эта груда железа превращается в послушного котенка, который резвится, прыгает на высоту 8 метров и делает сальто. А я даже кувырок нормально сделать не могу. Захватывающее спортивное зрелище, невероятное шоу, сюжетная линия происходящего. Здесь есть все. Живой звук и настоящая огромная доза адреналина. Вот эта ерунда здесь даже рядом не валялась. Дополнением к этому металлическому буйству стали невероятные мотофристайлеры. Люди, которые своим примером доказали, что на мотоциклах можно еще и летать. И крики разъяренной толпы. Не упустите свой шанс в следующий раз увидеть это своими глазами, как я. Ха-ха. Доказали, что на мотоциклах можно еще и летать. Фигово сказал, надо еще раз. Дикция, где она?